Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас видеоролик нашей утренней с Рэмом рутины. Как вы слышите, голос у меня очень тихий, еще осипший. Во-первых, потому что недавно проснулась. Во-вторых, потому что тихонечко пробралась в ванную комнату, пока малыш спит, и вынуждена вести себя очень-очень тихо, чтобы его пока еще не разбудить. Так вот, наше утро, как правило, начинается в 9 часов утра. Я знаю, что мамочки рассказывают о том, что детки просыпаются и в 6, и в 7. Собственно, очень рано. Но пока Рэм еще младенец, мне удается держать его спящим до 9 утра. И это большая-большая радость для меня, потому что это означает, что и я могу хотя бы немножечко еще поспать. После чего я пробираюсь в ванную комнату, чтобы привести себя хотя бы немного в порядок, почистить зубы и начать свой день. И потом уже отправляюсь к малышу, раскрываю занавески, включаю ему мобиль и позволяю ему еще немножечко-немножечко полежать в кроватке, чтобы он проснулся, пришел в себя и уже подготовился к нашему первому утреннему кормлению. Если настроение у него хорошее, он терпеливо полежит, то, может быть, я даже смогу приготовить себе утренний кофе. Ну что ж, возвращаю вас в начало своего видео, чтобы вы посмотрели, как же я здесь тихонечко собираюсь. Потом пойдем посмотрим, проснулся ли малыш, и можем ли мы ему сказать «доброе утро».
поел. После еды, как обычно, мы походили, наверное, на ручках вертикально минут 10 для того, чтобы Рэм сделал отрыжку. Иначе, если этой отрыжки не будет, то у него очень большой дискомфорт, он может срыгивать, плачет, переживает, и я чувствую, что внутри у него собираются газики, ему правда очень-очень некомфортно. Вот, памперс мы уже поменяли и не стали показывать твою голую попу, да? Да, все правильно. Как правило, утром у нас несколько процедур. Первая процедура — мы чистим наши маленькие складочки, ручки, ножки, подмышечки, шею. Для того, чтобы почистить эти складочки, я использую кокосовое масло. В принципе, можно использовать любое другое, оливковое, миндальное, любое масло. Вот, я промокаю ватные диски и, собственно, протираю его все-все-все складочки. Особенно те места, которые в жаркую погоду у нас краснеют и преют. То есть это подмышечки, это складки в локтях, это шейка, да? Использую масло вместо воды, потому что масло, во-первых, увлажняет хорошо и питает кожу, а во-вторых, оно легче скользит по этой маленькой коже. И поэтому мне легче с тобой справляться, когда ты не хочешь поднимать головушку, чтобы дать доступ к шее, или не хочешь поднимать ручки для того, чтобы я протерла его подмышки. Все тело маслом я не протираю, в этом нет особой необходимости, так как мы ежедневно пользуемся лосьоном, и у него кожа, она уже хорошо увлажнена, напитана и, в принципе, не нуждается в дополнительных каких-то процедурах. Так, для того, чтобы очистить руки от масла, я использую свои любимые Water Wipes влажные салфетки. И дальше мы работаем с личиком. Личико я маслом не протираю. Для личика я использую кипяченую воду и стерильные, да, и стерильные ватные диски. Они у меня уже подготовлены. Вот, и буду сейчас протирать Рэму глазки, буду протирать личико и также за ушками. Глаза он не любит больше всего, когда я протираю, начинает плакать. Вот, поэтому... Ну что ж, будем плакать и будем успокаивать тебя, да, малыш? Ну давай, иди, протрем тебе глазки. Ай, ты мой сладкий. Тихо-тихо-тихо-тихо. Разок-разок-разок. Разок-разок. Ну все, все, один глазик готов. Смотри, один глазик готов. Да, можно даже улыбнуться. Так, и теперь нужно второй глазик. Давай, второй глазик протрем. Давай, протрем, протрем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, вот бери свою тряпочку, ее и мотай. Малыш мой, ну все. Ну все, второй глазик мы тоже протерли, да? Все, второй глазик мы протерли, да. Да, давай, теперь личико протрем. Давай личико остальное протрем. Да, ну чего же ты, все-все-все-все-все. Глазики протерты. Все, не переживай, малыш. Не переживай, да, мой сладкий, не переживай. Также утром обычно я проверяю носик, да, ну да, давай, давай посмотрим за ушками, давай за ушками посмотрим, что у нас там. Ушки? Ой, ты мой сладкий. Уши он тоже не любит, когда я чищу. Хотя ушки обычно у нас утром чистые, потому что мы их моем вечером, да, в ванне. Да, ну что, ну не плачь, ну не плачь. Пердёшь. Эй, пердёшь. Пердёшь, твой любимый. Также я проверяю носик. Если есть необходимость, то я использую нашу нос-фриду для того, чтобы почистить нос. Но сегодня нос у нас чистый, поэтому мы нос трогать не будем. Да? Нос трогать не будем? Не-а. Ай, ты котенок мой. Ты такой котенок, господи. Давай будем одеваться. Утро у нас, как правило, очень тихо и спокойно. Я не включаю громко музыку, не включаю какие-то там передачи или еще что-нибудь. Мы спокойненько едим, мы спокойненько намываемся, просыпаемся. И, в общем, приходим в себя для того, чтобы день максимально спокойно, позитивно у нас начинался. Да, ну давай, будем одеваться уже, малыш. А тут совсем беспокойный. Конечно же, терпения у Рэма не хватает долго находиться на пеленальном столике. Да, терпения не хватает.
В общем, эти бодики, которые не открываются спереди, и вот которые я купила в нашем детском магазине, я очень люблю, потому что у них раскрытие шеи достаточно широкое, чтобы одеть через попу. Так как если пытаться одевать через голову, Рэм орет как резанный. Он очень сильно не любит, когда одежда проходит через голову, да? Ты очень сильно не любишь, хотя скажи мне, кто любит? Все детки не любят, да, все детки не любят. Терпение у малыша на самом деле немного утром, да и вообще в любое другое время, чтобы оставаться на столике, поэтому мы уже будем отправляться на наш матик, будем с тобой играть, будем с тобой лежать на животике, и потом уже будем отправляться ко сну, да? И это, собственно, наша утренняя рутина. Вот так проходит наше утро. То есть с 9 до 11 мы проделываем все эти процедуры, то есть мы едим, мы потом делаем отрыжку, мы потом намываемся, переодеваем памперс, переодеваем одежду, а потом отправляемся на матик, играем и тренируем шейку на животике, и потом немножечко качаемся в нашем мама.ру для того, чтобы уже подготовиться к нашему первому сну утреннему, и отправляемся спать. Все, это наша утренняя рутина, и больше, в принципе, мы ничего по утрам не делаем. Но за исключением, наверное, только тех дней, когда нам нужно куда-то отправляться. Но если мы дома, то именно вот так вот выглядит наше с тобой утро. Я очень надеюсь, что это утро, эта рутина была для вас полезной. На сегодня мы с вами прощаемся, да? Мы попрощаемся. Давай, попрощаемся. И увидимся уже в следующем моем видеоролике. На этом сегодня все. Пока. Смотри. Ай, смотри. Смотри, ай, смотри, ай, какая игрушечка, ай, смотри, какая игрушечка, ай, ух ты, ай, смотри, 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 да, мой сладкий, да, мой сладкий, молодец. Ну давай, давай, переворачиваемся. Давай перевернемся. Давай, 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 давай. Опа, опа, опа. Так, подожди. Опа, так. Так, включайся. Ну, котенок мой. Смотри, собачка. Смотри, собачка. Опа. Котик твой. Котик твой. Смотри. Твой котик, пожалуйста, смотри, твой котик. Привет, привет, ай, привет, ай, привет, смотри, моя игрушечка, твоя игрушечка, опа, моя игрушечка, собачка, котенок твой, смотри, котенок твой, твой котенок. Котенок твой. Ну давай. Давай. Да. Ну. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Попка моя. Давай. Опа. Вот так. Ню-ню-ню-ню-ню. Все. Не переживай, сейчас мама включит. Сейчас мама включит. Сейчас мама включит, ну все. Ну не переживай. Ну не переживай, давай. Котенка. Котеночек мой. Котеночек мой. Котеночек, ну что? Ну что? Котенок мой. Ну что? Что случилось? Ну все, спать. Уже спать хочешь. Давай сосочку маме дай. Сосочку маме дай. Пойдем спать. Котенок.
Котенок. Давай пылесосочек.